Неужели слышу я намек на звон стальных яиц? Нет, ведь ты же нападаешь лишь на немощных девиц, потому в лощине сонной тебе будет тяжело. Забудь о кариесе, лучше загляни в мое дупло. Какой кайф без разбора пускать всех в расход, если жертва не догадывается, что ее ждет? То ли дело методично убивать своих друзей, чтобы остальные ждали в страхе участи своей. И вот схлестнулись Вудсборо, досонная лощина, литературная легенда и молодежный маньячина. Но только я один крошил народ, не покладая рук. А у тебя же в каждом фильме убийц под маской пара штук. И при том, что вас толпа, мы наблюдаем парадокс. Вы не смогли убить ни Сидни, ни чебурашку Кортни Кокс. Составляете старательно крутой подробный план, но в итоге эти бабы вас сажают на кукан. Раз не сработала стратегия, сменить ее, быть может? Нафига вы раз за разом творите все одно и то же? Если надо замочить кого, берите опыт мой. В таких делах я, как никто, могу работать головой. А кстати, верный аргумент, меня тут осенило вдруг. Чем ты это все сказал? Я не пойму, откуда звук? Как ты видишь, где соперник? Нет, по натуре, послушай, хотя какое там, ведь без башки отсутствуют и уши. Впрочем, мне по барабану, так как круче я в 100 раз. Ты убить кого-то можешь, только если был приказ, а я себе лишь на уме. Кого хочу, того мочу, и да, пускай мне далеко не все задачи по плечу, но зато я креативен, убиваю для забавы, а не просто так мечом машу налево и направо. Ты очень крупно пожалеешь, что ко мне полез старик. Я сумею выжить из тебя твой последний крик. Я по рейтингам взлетаю вверх, так что конешь в мыле, в сериале на экране, а про тебя уже забыли, не говоря уже о том, что очень страшное кино твой когда-то жуткий образ испохабило в говно. Удачно рот открыт у маски, ты не отвертишься, увы, ведь я в конце концов лишился только верхней головы. Удивительное дело, мне внушить желает страх тот, кто сам не уберег важнейший орган на плечах. Говорят, в своем кино ты лютый и бессмертный враг, но у меня есть спец по фильмам, он подскажет, что да как. Если надо, оживлю, отыскав твой котелок, чтоб потом с огромной радостью убить еще разок. Чей рэп круче? Кто достоин выхода в полуфинал? Решать тебе! Голосуй в моей контактовской группе, ссылка в описании.